22 июня – день летнего солнцестояния, но в нашей стране это день памяти и скорби. Именно 22 июня 1941 года предрассветную тишину внезапно разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась война. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости наших людей, Ленинград – символом мужества, Брест – символом отваги, что наравне с мужчинами-воинами землю от фашистской чумы геройски станут защищать старики, женщины и дети. 3:05. Группа из 14 немецких бомбардировщиков сбрасывает 28 магнитных мин у Кронштадтского рейда. 3:30. Массированные артиллерийские атаки по городам Белоруссии, Украины, Прибалтики. 3:45. Первая погранзастава 86-го августовского пограничного отряда атакована. Личный состав заставы под командованием Александра Сивачева, вступив в бой, уничтожает нападавших. 4:15. Гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по Брестской крепости. В результате уничтожены склады, нарушена связь, имеется большое число убитых и раненых. 4:25. 45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступление на Брестскую крепость. 4:55. В Брестской крепости гитлеровцам удается захватить почти половину территории. Дальнейшее продвижение остановлено внезапной контратакой красноармейцев. 5:00. Посол Германии вручает наркому иностранных дел СССР Молотову ноту Министерства иностранных дел Германии советскому правительству, в которой говорится о начале военных действий. 12:30. Передовые немецкие части врываются в белорусский город Гродно. 14:00. Брестская крепость полностью окружена немецкими войсками. Советские части блокированы в цитадели, но продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. 14:10. Первая погранзастава Александра Сивачева ведет бой более 10 часов. Имевшие только стрелковое оружие и гранаты, пограничники уничтожили до 60 гитлеровцев и сожгли 3 танка. 16:00. После 12-часового боя гитлеровцы занимают позиции первой погранзаставы. Это стало возможным только после того, как погибли все пограничники, оборонявшие ее. Гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление пограничников, 20 минут. 257 советских погранзастав держали оборону от нескольких часов до одних суток, а 45 застав сражались до 2 месяцев. Из 19 600 пограничников
встретивших гитлеровцев 22 июня на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые дни войны погибли более 16 тысяч. А впереди были еще 1417 дней самой страшной войны в истории человечества.